Спредер или расширитель, кусачки, универсальные ножницы и другие рабочие инструменты спасателей представлены на выставке спецоборудования. Для одинцовцев это уникальная возможность узнать больше о профессии спасателя. А те, для кого спасать людей профессия, в свой праздник мечтают как можно реже использовать экспонаты выставки по назначению. Спредер, он же расширитель, он используется для сжатия и расширения или там порвать металл. Чаще всего, наверное, на ДТП. Зачастую на ДТП. В этом году одинцовские спасатели выезжали по вызовам более 5000 раз и оказали помощь почти 300 человек. Чаще всего им приходится бороться с пожарами. На втором месте – ликвидация последствий ДТП. Одинцовское территориальное управление Мособлпошспаса работает не только в нашем районе, но и в Истринском. Всего оно насчитывает 7 подразделений. Стать спасателем непросто. Нужно быть физически крепким и иметь желание постоянно учиться. Прежде всего, чтобы стать спасателем, необходимо обучиться на спасателя. В течение месяца они обучаются. Далее, после 2 лет, он получает спасатель 3-го класса. Еще через 2 года спасатель 2-го класса. И еще через 2 года спасатель 1-го класса. И потом может сдать, если у него все нормально, на спасателя международного класса. В профессиональный праздник на сцену ДК «Солнечный» поднялись более 70 человек. Они услышали не только слова поздравлений, но и получили ценные подарки. Действительно, есть чем гордиться. Вы наши доблестные спасатели. Хочется вам пожелать успехов, чтобы вас не коснулись тяжелые минуты утраты. Хочется пожелать семьям вашим благополучия. Хочется пожелать вам карьерного роста. Вы это заслужили. Рисковать своей жизнью ради спасения других – профессиональная необходимость виновников торжества. Те, кто зачастую первыми откликаются на беду, должны многое уметь. И забираться на высоты, и оказывать первую помощь, и тушить пожары. Есть у спасателей и негласное правило. У тех, чье призвание помогать, не может быть выходных. У нас такое кредо, что независимо на службе или же в свободное время от службы, значит, он обязательно при виде какой-то беды он оказывает первую помощь любому пострадавшему. И таких случаев у нас немало. И в отпуске, и в личное время, которые помогают людям. Профессиональный праздник – это не только слова благодарности, но и традиционно подведение итогов. В этом году выездов на ДТП стало меньше. И это, пожалуй, один из лучших подарков. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».